Друзья, всем привет, с вами Влад Кабуса. Сегодня я вместе с вами получу ракасовщим ратям 104, игрок золотого билетика. Пожелайте мне удачи, получи карточку Лионеля Месси, либо Криштиану Роналду. Я, если честно, немного нервничаю, но я очень хочу получить двоих игроков. Не знаю, как их получить, но очень хочу. Так, я напоминаю, сегодня прямой эфир, где мы вместе с вами разыграем пятерым ребятам по 10 миллионов монет. Друзья, если вам нужна крутка монет, обращайтесь ко мне в личном сообщении ВКонтакте. Цены, да, дорогие, но ни одной блокировки не было за все время накрутки монеток. Также, ребята, для того, чтобы вы могли принять участие, вам нужно будет всего лишь подписаться на мой канал. Под этим роликом вам нужно будет поставить лайк, написать в комментариях «Влад, я участвую», подписаться на мой телеграм-канал. Все ссылки будут находиться в описании и на мою страничку в Инстаграме. Жду вас всех там. Ну, а я прямо сейчас начинаю открывать. Если вам... Ой-ой-ой-ой-ой, очки VIP. И что же? Редкий ранг, фрагмент ранга. Ну хорошо. Я, конечно, не рассчитывал на то, что сразу мне выпадет именно игрок с рейтингом 104, но хотелось бы. Друзья, если кто-то из вас хочет стать спонсором моего канала, я буду вам очень рад, потому что ролики, ну, дороговато записывать, чтобы вам не соврать. Этот аккаунт, который я сейчас взял, я за этот аккаунт получу свою денежку. Чтобы сегодня попытаться получить карточку Лионеля Месси с рейтингом 105, мне тоже нужно заплатить денежку. Если у вас будет желание стать спонсором моего канала, я буду рад каждому из вас. Но пока что, что мы делаем? Давайте начинать открывать и постараемся получить достойнейшие награды. 2500 самоцветов. А спонсором сегодняшнего выпуска является БК Mailbet. Быстрый и удобный сайт, где есть множество спортивных событий и постоянные бонусы с акциями. Регистрируйся по ссылке ниже и получай прямо сейчас свои бонусы. Друзья, я хочу вам порекомендовать одну из самых крутых групп по FIFA Mobile. Ссылку на нее я оставлю каждому из вас в описании. В этой группе вы найдете информацию, самую новую, самую сочную, которая вам обязательно пригодится. Какой шанс у нас на получение? 4.90. Блин, я ну нереально хочу, чтобы мне 2 сразу выпало. Пожалуйста, eSports, если можно, осуществите мою мечту. Плиз, давайте 2 сразу. Я кручусь, верчусь. И я ничего не по... Блин, может быть что-то я получу, не знаю, конечно. Так, открываем, открываем. Что же будет? Что же здесь будет? Кстати, ребята, скоро вам покажу самый мощный аккаунт, который только есть на ютубе. В этом деле мне поможет мой брат Миша. Готовьтесь, выпуск будет совсем скоро у меня на канале. Там такой мощнейший аккаунт, от которого вы скажете: «Вау, Владос, крутейший аккаунт!» Мы будем его обозревать и тестировать по полной программе. Ну а я открываю прямо сейчас и ничего не получаю в этом наборчике. Ну ладно, ладно. Чё там надеялся? 4.90% все лишь. Друзья, если у вас есть от 25 тысяч самоцветов, пишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях, либо в личных сообщениях ВКонтакте, Инстаграме, также в Телеграм-канале. Ну что, мы продолжаем. У нас 2 миллиона монет сейчас и почти 10% на то, что нам выпадет игрок с рейтингом 104. Ребята, здесь мощнейшие игроки. Криштиану Роналду, Форест, блин, я не знаю, Джерард Стивен, Месут Озил, Шмейхель, Зума. Я супер сильно хотел бы получить игроков, хотя мне Бруно Фернандеш, Дрогба, Месси нравится. Ладно, будем открывать, посмотрим, что же мне выпадет сейчас. Блин, удачи, ну пожалуйста, давайте 2 игроков. Я очень хочу, чтобы мне фартануло. Пожалуйста, если можно, есть спорс. Ну что, ну что, на что, на что, на что, на что? 2 миллиона монет всего лишь. Походу, один игрок мне только выпадет. На 2 смысла нету рассчитывать. Добро, мы двигаемся вместе с вами дальше. Сколько у нас тут процентов? 20%. Здесь, конечно, процентов побольше. Блин, ну так хочу получить игрока с рейтингом 104. Сразу 2. Вот то я вас обрадовал бы. Пожалуйста. Пожалуйста. Если можно, eSports. Четвертое супер предложение. Спецпредложение номер 4. Да ну нахер. Да ну нахер. Мы получим 2 игроков с рейтингом 104. Вы себе можете поверить в это? Я не знаю, что сейчас будет, я не знаю, какой рейтинг мне сейчас выпадет. Блин, вот это вот сейчас я представляю ваши лица. Вы думаете, бля, капуст, да ну нахер. Не может такого быть, чтобы ты сразу 2 игроков получил. Я тоже, если честно, не ожидал такое, но вот прямо сейчас постараемся выбить карточку Лионеля Месси либо Роналду. Так, открываем. И кто? Месут Озил, 104 рейтинг. Вот оно, вот. Вот так вот есть, 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 есть. Красотуля, красава просто. Я не знаю, что вам сказать, но это круто, когда мы получаем
Сразу игрока с рейтингом 104, а мы еще одного сумеем получить. Не все так просто, ребята, не все так просто. Я думал, сегодня вам буду записывать, как я выбиваю кумира. Ну, типа, заберу Пеле, но не тут-то было. Бах, и Месуда Зила я забрал. Охренеть, конечно. 25 тысяч самоцветов. Здесь уже 100% выпадает игрок с рейтингом 104. Месси, если можешь, выпади мне. Все, мы гарантированно уже 2 игроков получаем. Давайте проверим, запись у меня идет. Запись у меня идет, и это меня радует. Ладно, 25 тысяч самоцветов. Кто же мне сейчас выпадет? Я не знаю кто, но... Я не знаю, конечно, кто мне еще выпадет, но уже круто, что мы одного игрока словили. Все, второй игрок. Давай, выпадай, родненький, выпадай. 10 миллионов монет и... Донухер, 104-й родник. 2 игрока мы получаем, но, к сожалению, я не получил Месси и Роналду. Бруно Фернандеша тоже очень сильно хотел, но... Что есть, то есть. Исака мы получаем. И это круто. Ровно 2 игроков мы получили. Я пипец не ожидал получить игроков. Вот я реально не ожидал, что они мне выпадут. Есть еще наборы за 1250 самоцветов. Может быть, тут тоже постараться получить? 1% на выпадение этого игрока. Открываем дальше наборы. Ну, тренировочный опыт. Хорошо. Интересно, выпадет ли мне еще один игрок? Как думаете? Монеты 500 тысяч? Походу, в этих наборах, возможно, не выпадет игрок. Ну, хотелось бы, однако, чтобы выпал, но супер сложно, мне кажется. А чтобы он тут выпал, здесь только усиление навыков. Я думаю так. Да. Ну, такое. Хорошо, двигаемся дальше. Под конец eSports решили нас побаловать немножечко. И... Нет, ну все лишь усиление. Я думал открыть наборы ретро-звезд, но... Подумали все-таки открыть этот набор... Именно спецпредложение. Да что ж такое? Не, ничего нет. Блин, но осталось 3 набора. Я уже не верю в то, что игрок выпадет с рейтингом 104. Ну, хотя мы 2 уже получили, но... Как знаете, всегда хочется большего. Кстати, этот аккаунт продается. Ссылку на продавца я оставлю каждому из вас в описании. Если что, можете ему писать. По цене это там цена договорная. Так, показать все. Далее. Ну что, последний набор, видимо, ничего не будет тут. Не стоит открывать этот набор, как я понимаю. Да, тренировочный опыт и все. А, последний остался, 10-й. Ладно, я закрою глаза. А вдруг? Все же не особо верю, ну ладно. Показать все сразу. Ну ничего нет. Ладно, бывает. Такие житяя, кажется. Давай, удача, родненькая. Тренировочный опыт, 100 тысяч. Ну и 2 набора последних. Монетки 500 тысяч. 1% всего лишь на то, что выпадет игрок. Супер сложно получить игрока. Да, походу невозможно. Показать все сразу. Да, ничего нету. Ладно. Как вам составчик? Прямо сейчас заберем карточку Пеле. Тратим. Еще чуть-чуть потратим. И вот сейчас у нас будет шанс забрать эту карточку. Ну, даже не шанс, мы 100% его заберем. Нажимаем забрать и получаем пелешечку. Такой насыщенный выпуск у нас получился. Ну и напоследок я открою один набор звездных кумиров. Ну что, ребята, рейтинг 85, ну ладно. Жду каждого из вас у меня сегодня в эфире. Ребята, все ссылки находятся в описании. До скорых встреч и всем вам пока-пока.